А зараз концепція світла. Інна Захарова, поезії. Игорь попросил меня почитать стихи, я не могла ему отказать, я понимаю, что это музыкальный вечер. Ну, в общем, он меня попросил, и поэтому я прочту. Концепция света включает концепцию тьмы. Концепция тьмы исключает концепцию света. Но летом горячим не видно, не слышно зимы. Но зябкой зимой мерещится новое лето. И все ж крестоносцы усердно молились Христу, стянув рукавицу в налипшей коричневой крови, чтоб дней быстротечных своих позабыть пустоту, в надежде достичь бескорыстной волшебной любови. Мы вечные пленники этой земной кутерьмы, не знаем границы такого желанного света, который, к несчастью, включает концепцию тьмы. А может быть, к счастью, но кто нам расскажет об этом? И в мире все убывающем вдруг загорелась звезда и сверкает, как рыба, на дне обмелевшей запруды. Все смешалось, мой друг, все смешалось уже навсегда. Мир плывет и плывет на глазах в никуда, ниоткуда. Есть предел насыщения даже у этой земли, есть предел насыщения страхом и горем и верой. Вон, смотри, тополя, как речная трава на мели, хоть и живы еще, но подернуты патиной серой. Так, наверное, мы, тут не станешь о прошлом жалеть, и надежды свои вспоминаешь все злее и реже. Это новое время над нами раскинулась сеть. Мы попались в нее, мы попались. Но где же мы, где же? Абсурд – это реальность, реальность – это абсурд. В акваланге этого знания в экскурс в историю безопасен. И ныне дикий тунгус, и ныне дикий удмурт, и ныне дикий каждый из нас прекрасен. Солнечный свет, как рефлектор, и сцена дня, на которой все тянется и тянется представление. Сценарий, понятный всем, написан не для меня, но я тоже двигаюсь в заданном направлении. Тянется шоу, где каждый себе не рад, но представлен на сцене в самом выгодном свете. И улыбаюсь я солнечно всем подряд, чтобы никого не узнать и неловкости не заметить. Я забываю о реальности в суете, и вечеров боюсь, и ночей крылатых. Время влачится у вечного дня в хвосте и спотыкается в своих же собственных датах. Это стихи из цикла «Галилея». Склон горы на рассвете красен, а воздух плотен и сиз. Но что делать вам, детям тревог и смысла, в галактической драме, где небо упало вниз, где земля поднялась и в пространстве навек повисла, в хороводе времен и молекул кружится миг, разрастаясь, как шар земной, и сжимаясь в точку. И в мечети мула начинает свой плач или крик, чтобы ты не пропал, не ушел, не исчез в одиночку, чтобы ты не пропал, не исчез. Следом колокол начинает звонить в Христовом храме, и на дальний звон, откликаясь, вздыхает лес, и колдует раввин над магическими словами. Начинается день, и по разным граням его, под такими углами, что без Бога нельзя удержаться, ни о чем не жалея, не ведая ничего, вереницами в небо люди идут общаться. Дети тревог и смысла остаются сами, со своими заботами, среди многоступенчатых будней. Ни крик мулы, ни раввин, ни колокол их не разбудит. Золотая тень одиночества лежит над домами. Я в подлунном мире, нелепая божья тварь, ничего не знающая, кроме стихов дремотных, таких полоумными в народе считали встарь.
О, как мне жаль тех времен своих беззаботных! Уснули дети мои, и тихо в моем дому заходящее солнце медленно гладит страницу. Ничего никогда ни в себе, ни в других пойму, не пойму, только Божий замысел мне, как всегда, приснится. Он приснится в краткий и ясный, и горький волшебный миг, словно шар земной закружится на моей ладони, и понятен мне станет и птицы тревожный крик, и далекий топот охотничьей злой погони. Это молния тайны неожиданно бьет в меня, чтоб сгорела я вмиг и все поняла иначе, чтоб жила я потом про себя этот миг храня, оставаясь в миру глухой, немой и незрячей. Это из цикла «In Viva». Пасхальный цикл в 10-м году написанный. В покаянной молитве пишу я строки. Праздник горя, опять ты с нами. Какие бы нам не преподнесли уроки, выроем бездны и назовем веками. Что с тобой, Господи, ради нас ты сделал? Воет вечный волк на земной опушке. Добрый стал с тобой добрей и смелее смелый, но горит земля, и все время грохочут пушки. Это смертные продолжают свои забавы, забывая начисто и распятие, и воскресенье. Только клонят головы к земле немые травы, только в каждой вине узнаем твое спасение. А это стихи, написанные мною очень давно, в 80-х годах, посвященные моим друзьям-диссидентам, которые я писала к ним им в лагерь. К сожалению, они актуальны и сегодня, как мы видим по ситуации с Игорем Завадским. Этой белой тоске, как метели, не видно конца, ни секундку тюрьма, и беды потаенное слово. Всей нелепостью мира оплавлены наши сердца, и не трогает души священное право глагола. Знаю, как вам помочь, о мой друг, моя вера и боль. Пусть летать не умеет бессильем рожденное слово. В сердце ярость и свет, а губам остается лишь соль. Но и солью земной будем живы мы снова и снова. Что же делать нам всем, если люди забыли слова? Но запомнят века то, что ветру сейчас я сказала. В книгу жизни вольется и ваша живая глава. И неласковый Бог поглядеть на страницу устала. Ваша честь, неужели вы смотрите в небо, где снуют облака, и сороки устроили свару? Ваша честь, неужели вы видите этот первый весенний стебель, что не вовремя вылез на свет и не найдет себе пару? Ваша честь, вы бываете грустным, растерянным и несчастным. Неужели и на вашем диване кот мурлычет и трется о ваши ноги? В железной клетке мечется человек, а вы так бесстрастны, так равнодушны, словно злой волшебник из черной лесной берлоги. С тобою вся нежность, мой друг, к тебе долетят мои горькие строки. Мы все у подножья тюремной Голгофы, нас держит страдания магический круг, и мутные волны не трогают ног, и призрачно жизни слепое обращение. Единого сердца ты слышишь биение, всей кровью с тобой, храни тебя Бог.